Всем привет, друзья! Канал Масалим. В работе у нас Hyundai Tucson. Делаем жидкие подкрылки. Показываем готовую, уже обработанную переднюю арку. Такой вот у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 мм. Сейчас ждем, пока немного все подсохнет, чтобы собрать. Ну а пока ждем. У нас идет акция. Мы клеим штатные подкрылки таким вот шумопоглотителем. Он состоит из двух компонентов, как и вибро, так и шума. Вот, толщина его 4 мм. Вот. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, у нас справа голый колокольчик, слева обработан. Ну, сами, в принципе, можете услышать, какая разница. Ну, так работает данный полимер на арках автомобиля. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!